Retro Genesis – игровая консоль с двумя джойстиками и предустановленным набором из 300 игр. Консоль поставляется в фирменной коробке с яркой полиграфией. Внутри находится само устройство с двумя проводными джойстиками, кабель HDMI для подключения к телевизору или монитору, адаптер питания, а также необходимая документация. Перед нами игровая консоль Retro Genesis. Она выглядит почти так же, как и всем знакомая Dendy. Если не считать измененной цветовой палитры, которая стала более яркой и насыщенной, чем 25 лет назад. Здесь даже есть узнаваемый отсек для картриджей, который играет не только декоративную функцию. К нему можно по-настоящему подключить картриджи для Dendy или Famicom, и они будут работать. Есть рычаг для легкого извлечения игровых картриджей, так что к аутентичности консоли никаких вопросов нет. У данной версии приставки есть два проводных джойстика. Их внешний вид практически полностью соответствует контроллерам Dendy. Помимо классических кнопок A и B, есть и турбоаналоги, которые обеспечивают эффект многократного нажатия на кнопку. Это позволяет сохранить ресурс самих кнопок на джойстике, а еще облегчает прохождение некоторых игр. На борту консоли установлены 300 игр. Классика библиотеки Dendy. Можно поиграть в легендарные танчики, Super Mario Bros. И не только. Дополнительный джойстик позволяет играть с друзьями вдвоем на одном экране в Contra и Double Dragon. Прямо как в детстве. Некоторые из игр на консоли русифицированы. На передней панели игровой приставки находится два разъема для подключения джойстиков. С обратной стороны есть порт HDMI для подключения к телевизору или монитору, классические тюльпаны, если вдруг у вашего старого телевизора нет HDMI, а также порт microUSB для питания консоли. Данная консоль может стать хорошим подарком олдскульному геймеру и подарить аутентичный опыт благодаря внешнему виду устройства и набору классических игр. Единственный минус консоли – отсутствие возможности устанавливать сторонние игры, например, на карту памяти, ведь картридера у данной модели нет.